Ну и что за говно со мной случилось? Ну что за игра? Как я теперь жить в Dungeon? О! Fuck you! Fuck you! Да. Man, fuck you! И мы такой, fuck you! Сейчас бороться начнем. Я должна захват тебя сзади сделать. Сейчас тебе сделаю. Клюв свой убери. Fuck you! Гусь. Во, отлично! Просто и кидок вот так. Я лёг. Ладно, погнали. Всем доброго здоровья, приятно тебе сейчас кушать. С вами Юлия Мишка. Fuck you. О, да. Всем привет. Да-да-да. В общем, Human Fall Flat. Dungeon Master. Засосочки сейчас тебя смачу. Не надо. У нас поход в башню. Да. А как, кстати, до туда браться? Просто... Есть предположение гусиный. Там лава снизу. Наверное, так, ну вот мне сюда кажется, здесь надо, надо расчистить что-то. Да. Так, расчисть если что, этот я проход. Слева гусь. В пещеру. В эту глубокую пещеру. Успокойся. Просто. О, сейчас, а можно на этом скатиться? А, да, туда и можно. Юль, поехали. Вау, ты видал с твоего экрана? Юху! Слушай, я гораздо круче еду. О, данжен, Юль. Это данжен. Сейчас я тебя встречу. Fuck you. Так, ладно, спонсор этого. Не забывайте, ребят, поддержать лайкосиком. Да, иначе fuck you. Иначе я приду за вами иначе. Так, смотри, вот стул сюда можно... Так, ты за что там схватился? Так, есть предположение. Вот я вижу какой-то рычаг. А как уж тут поднять-то? Курки сжимаешь. Нет, а руки поднять? Вверх, надо смотреть вверх. А, смотри, все, ясно, спасибо. Вот я вижу, что здесь есть как его, рычаг, который нужно будет опустить. Вон, видишь его? Так, надо до него как добраться. Сейчас. Есть предположение, здесь есть что-то всякие механизмы, фигизмы. Так, тихо. Я пойду пока поищу, ты пока там по... А, так. Слушай, наверное, отсюда можно запрыгнуть. Потому что иных способов я не вижу. Не, Юль, далековато. Так а ты что, плохо придвинул? Не, ну так ты попробуй, оно нифига не придвинется. Если честно, я особо не вижу каких-то способов. А, дощечку взять. Вот есть ящики, как думаешь? Может, я... Давай я ящики, а ты дощечку принесешь. И оно может получится что-то. Так. Блин, какая сложная история. А блин, ты что хочешь? Начало уже сложное. Не, ну почему? Мне кажется, вполне. Так, смотри, смотри. И зачем я это сделал? Вот так, да. Ой. А как ты туда забралась-то? Вот здесь. Слушай, может этот гроб как-то можно. Давай. Ой, слушай. А держи опять, стой. Вполне, кстати, реалистично. Держись, давай. Ну так только поровнее как-то надо. Ну знаете что? Стой. Хорош. Хорош. Блин. Fuck you, Юля, давай быстрей. Подпирай. Хорошо. Ой, слушай, хорош. Так. Давай я подправлю чуть-чуть. Давай. Позиционно сделаю. Во. О, стой! Идея. Так. Есть идея. Держать? Держи. Держу. Так. Перехватить хочешь? Ну да, вот здесь. Конечно, и... мы решили тупую идею. Ну, давай. Давай. Держи. Ай, соскальзывает. Так, тихо. Не надо было намазываться. Ну, в принципе, я могу раскачкой. Сейчас, погоди. Сейчас. Блин, мы не ищем просто легких путей, но сами понимаете. О, смотри. Давай, ты что, зря качался? Вообще, не, я же Dungeon Master. О, я так, еще ближе. Отлично, давай. Сейчас, раскачу. Крутись, вертись, в стекло не попади. Блин, просто. Блин, геймпад не так просто, если честно. Миша сидит, да, знаете, это вы не видите, а я сижу с Мишей. Раскачивать. Я хочу... Это как моя мама в NFS играла, она тоже вечно. Да ё, это смешно, ты попробуй до сюда достать. Ну нет, я не смогу, я поэтому даже и не пытаюсь. О, очень близко было. Во, сейчас. Так. О, еще выше. Ну вот ты, конечно, вовремя своей помой. О, Юль. Да, по-моему, уже... О, слушай, я могу отпрыгнуть, наверное, от этой штуки. Так вот. Блин, нет, сейчас. По-моему, Юль, оно как-то... Сейчас, дай раскачаюсь просто. Давай, если во, что, я тебя ловлю. Есть! Оно поехало. Надо держать, давай. Вези эту штукатурку. Сейчас, все, повезла. Все, пошли. Слушай, ну мы молодцы, я не знаю, как надо было, да и к черту. Тогда я проверю.
Куда ее надо? Вниз? Кати. Стоп, стоп, стоп! Кати. Ты вези. А я хочу на ней. А, ну прокатиться. Давай. Ну, ты кати, а я сейчас это залезу. Ну, конечно. Ну, давай, реально. Давай, кати. Разгоняю. Все. Сейчас будет слалом. Так, давай. Блин, а я не могу поворачивать. Блин, ну оно как-то это, я не хочу. Давай! Fuck you! Вперед, давай! Выучила слово. Быстрее! Оно не fuck you никак. Не знаю, что такое. Вперед! Там где это? К новым свершениям! Я в лаву. Ой! Я умер. Ой! А, нет, не умер. Ну, значит, отлично. Так. Ну да, прыгивай до туда теперь. Ну, конечно, гений. О, смотри. Тела. I'll be back. Просто. I'll be back. Ясно все. I'll be crack. Ясно. Ну, типа, кряк. Я не знаю, как по-английски. Кряк будет. Кланг. Дак. Или как там? Да, да, да. Ну, дак, утка. I'll be duck. Ясно все с вами. Нам на куда? Вон, ну, смотри, я нашел какую-то... Я удочку нашел, прикинь. А я уточку. Ой, Юль. Будешь рыбачить? А зачем она здесь, кстати? Ну, тут не знаю, так как скорее всего... А куда я иду? А куда вообще идти-то? А куда идти-то? А, вот, стой, смотри. Сейчас, поймем. Давай сюда. Или здесь тупик? Так это... Какой а, тупик? Вот тут вот и не сюда, тупик. Может, что-то... Вон. Или не вон. Вот сюда. А, да. Ой! Да блин, ну эта карта какая-то странная. Здесь, кстати, в Human Fall Flat много чего вышло по факту. О, там какие-то кольца. Блин, давай! Выхай! Сохранение, о, сохранение, значит, это ура! Чекпоинт. То есть можно не бояться падать. Ого! Понятно, и даже дожидаться не стал. Балки или еще. Юль, тебя зажует сейчас. Или нет? И куда оно? А что ты отпустил до конца? Уж ты коробки, так, я не знаю. А вот уже все, до какого? А, до чьего я конца? Понял. Здесь такая же штука. Чей конец? Балка. Мне кажется, уже все. Меня бы вот да там реально заживало. А вот эти как-то надо поднять. Коробки здесь есть. Для чего они нужны? Слушай, здесь какой-то завод. Надо взять коробку. Трэш, тут какие-то трубы. Наверное. Сейчас я... Да господи, у меня... Блин, ну как вот... Ё-моё, да выехай! А, короче, я понял, что нужно. Ой, фух. Пошли, что? Разворачивайся на... Доставай вот эти, скидывай все нафиг. Куда их скидывать? Да прям, ну, вниз, с карниза с этого. Блин, они ведь тяжелые. Давай, скидывай. Так, скидывай. Сейчас. Ну, просто, а чтобы нам, короче, самой нужно скинуться. Сбить вот эту какую-то лампу непонятную. Да блин, да как тебя скинуть-то? Доской или с чего тут? Так, одна мимо. Как мимо? Ну, надо посередине бросать. Блин, она опять. Ну, сможешь? Заехалась. Я ловлю. Сейчас. Давай. Оу. You touch my ta-la-la. Так, вижу, сейчас. Погоди. Ловлю. Да погоди, блин. Сейчас смотрю. Да блин, да ё-моё, да она застряла. Да... Сейчас. Что за девочный гусь? Ты снизу, ниже бери, вверх поднимай. О, ловлю. Ну что ты будешь? Во. Ложная тревога. Ловлю. Не поймал, но оно здесь, хорошо. Так, и еще вторую. Один, да? Только кидай по центру. Ты держи ниже, зачем так высоко берешь? Забычара такой. Давай. И пошла. Вместе с собой можешь прям прыгать. Ну да. Хорош, ловлю вас. Все? Неудачно, да, пошли. Куда их? Короче, вот эта штука, ну, любая из них, пригодится, чтобы вот на этот гробик подойти. В смысле? Ну, вот сюда, смотри. Так на него и так залезть можно. Как? Это высокий гроб. И вот нужно доску подать, нам нужно этот фонарик сбить, вот эту вот горящую штуку, подкатить. Какую? Чуть-чуть. Вот сзади чего тебя. Чего делать? Ну, кати, короче. Кого вот, катить? Это... Меня куда? Кати, а. Я царь мира, давай. Я должен... Давай, еще. Просто тут, гусь. Так, стой. Слабовато как-то. А надо коробку туда, может, закинуть. Не, палкой можно. Какой коробкой? Палкой легче будет сбить. А вот есть. Вот это что, сейчас, по-твоему? Да, давай, подготавливаю палку. Я подготовлю сейчас...
Так, отлично. Вот. Сейчас, да, за что? Так, да. О, отлично. Все, отпускать? Да, давай, отпускай, сейчас я ее подниму. Да зачем ты держишь-то? А, так я хотел поднять тебя, помочь. О, а что, не за... Тихо. Все, отлично. Доска так. Здесь. Теперь я этой доской должен буду как-то, может, сбить или что. Оно... Или коробку туда занести. Как вот? Ты вот как-то досками хорошо управляешь. Можешь подойти по... Оно не сбивается, слушай. А ты уверен, что его надо сбить? Ну, там такую штуку вставить надо. Такую же. О, взял. Все, пошли. Короче, нам идем за мной. Куда? Вот сюда? Да, вот. Да. Видишь, там одна торчит. Так, а куда мне, чтобы не упасть? Ну, в том смысле, не сдохнуть. Ну, где я спустился? А я видела, что... Ну, вот здесь, да, по краю. Так. Опа. Мы, как это сказать, в око с Аурон почти пришли. Хотя, стой. Или сюда. Или отсюда вытыкнуть. Ну, сейчас проверим. Ставим. И что будет? Так, сейчас. А вот здесь что у нас? Ставил. О, да, еще одну такую надо. Где-то напротив такая же штука есть, да? Ой, смотри, а вот здесь труба. Можно ли? Где-то еще надо найти. Может, на противоположной стороне? Ну, ты попробуй здесь пока в разведку выйти. Вот тихо, 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 задержите дыхание, как говорится. Ну и что за игра со мной случилось? Ну что за игра? Как я теперь жить буду? О! Жалкий ты червь, просто. Все, я восстановился. Короче, у нас Юль тут застряла, придется все доставать заново. Да. Но в принципе, я не помню, я вроде как сам допрыгнул. Да, да, то есть можешь не париться. Во, все, взял. Итак, сможешь воткнуть или тебе лучше не доверять? Ты видел, как я сделала? Да, фигня полная. Не, лучше не доверять. Я бы себе не хорошо, доверяла. Хорошо, тогда иди к воротам. Иди к воротам. Вот этим? Да, пожалуйста, не застрянь. Нет, все, не буду. Вот, иди, в общем, на правую сторону. Там нужно будет перепрыгнуть и увидишь, куда. На правую сторону? Вот сюда? Да, да, да. Не-не-не, вот залезь, самое главное. Что такое? То есть вот сюда залезть? Да, 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 там, где были ящики. Ага, все. Залазь. Ща. Так, сейчас это теперь вставить надо сюда. Все, вставил. И посмотри повнимательней. Вот сюда. Да, 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 давай туда. Так, я вставил, все, замечательно. Не буду. Человека, даже. Который боится высоты. Ого, там дальше жесть вообще полная. Мне вот сюда? Да, 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 давай. Так. Допрыгнешь? Я вот не знаю. Я посмотрю на это. И понял. Давай, 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 гусь. Тягай, тягай. Блин! Понятно. Ну, Миш, ну я почти. Чпоньк. Ничего, сейчас я попробую еще. Только смотри, чтобы тебя не заживало. Да, потому да, что да, здесь да, это да. Постоянно происходит. Ну вот как вот со мной. Мне, наверное, тоже надо пробовать. Отлично. Ну, я не знаю, тут две силы потребуется. Одна. В любом случае. Так, я сейчас сразу же попробую до тут допрыгнуть. О, все, блин, отлично. Ну ты гений. Так, куда вот, сейчас кручу, Юль, посмотри на карте, какие эти виды. Сейчас, я тогда... Что за звуки? Что-то скрипело. А вот здесь что-то. Что-то жарится, да? Да. Но это не точно. Ща. Вот здесь как будто, Миш, что-то было. Покрути еще раз. А, вон труба поджигается. Вот это, да? Да. Там, посмотри, два огня горят. Да. Так, значит, что-то еще можно сделать. Куда-то дальше. А может, что-то можно туда поставить или подлететь таким образом? Или... Ну, может, ящик вот этот какой-нибудь можно поставить? Я, если честно, ну, не совсем попробовать, понимаю. Попробовать, что ли? Да, ну, я уже здесь ничего не сделаю. Вон там ящик реально есть. Попробуй ящик. Сейчас. Вот здесь еще печка горит, господи. Здесь... Короче, я прыгаю, я не знаю, вот что. Этот вот. А, зачем? А, или он сам? Че сам? Ну, в том смысле работает. А я думал, да, ты типа крутишь. Да, да, я уже ничего, ни на что не влияю. Тут оно само как-то. О, да! Ой. А куда тебе? Фига себе, ну, блин. Как-то... Может, надо было без ящика, Юль, тебя бы выше подкинул. То есть чисто подкидка. Ну все, все, тогда живи, я сейчас приду. Хорошо. Так, а где я? Так, а где ты? А куда ты? А чего? Реально, а куда ты попал-то? Что за шар? Черт знает. Тут вот эти прыгалки. Сейчас проверим, куда вот оно закинет. Ты, наверное, внутрь попала? Уже, да. Ну стой, погоди, ты вот здесь, что ли? Я никак не пойму.
Что за данжен мастеры? Да, да, ты тут. Так, а ты где? С какой стороны? Господи, тут столько колец, столько дверей. Миш, ты с какой стороны? Стою на видном. А, вот, вижу. Данжен мастер. Юль, мне кажется, надо в какие-то вставать, чтобы тебя подкинуло. Тебя надо, чтобы подкинуло. Сейчас мы посмотрим. Так. А, это ко мне. А, к тебе? Да, это ко мне подкинуло. Блин. Давай так, что... Слушай, здесь тоже нужен этот рычаг. Рычаг? Да, я так что прыгаю вниз. А вот здесь что-то еще. Один сломан, если что. Вот здесь я не знаю, что есть или нет. Стой. Да, здесь сломан. Короче, я пошел вот сюда. А вот это что? Ничего. Да ё-моё. Цепочка. Мне кажется, ничего. Блин, слушай, здесь лучше не падай. Да? В огонь. Да, тебя знаешь, как далеко откинет. Зареспавнит вообще далеко. Так, жесть. А в какой ты прыгал? Короче, ты вот стой вот на месте. Смотри, говори, я скажу, мне в какую. Куда. Иди дальше. Да, и вот в эту, по сути вот дела. В эту? Да, да, да. Блин, сейчас нас двоих тут неудачно подкинет, наверное. Замечательно. Идеально. Я не долетел. Пошел принимать. Как Супермен взлетел. Ну, пожалуйста, докинь меня. Все, докидывай. Только встань там подальше. Вот сюда? А куда дальше? И чего? Здесь... А, вот. Возможно, сюда. Возможно, сюда. Да, я, короче, не знаю, куда ты иду, Юль. Я иду за тобой. Да, давай. Веди меня, Иван Сусанин. Слушай, здесь очень опасно. Иван Сусами. Могу сказать. Миш, а как ты туда перепрыгнул? Ну, вот как-то. Ла-ла-ла-ла! Нет, ой, боже! Удочка! Это ты, конечно, зря. Ну все, лучше один тут выход, к сожалению. Блин. Здесь какой-то рычаг. Или что это? О, капсула. Капсула? Сюда надо вставить капсулу. Не, оно испорченное. Может, какая-то наоборот здесь есть хорошая. А, нет. Да, это место для капсулы. И если туда пройти, там ничего нету, да, вот тут? Тут закрыто. Ага. Ну, я не знаю, может, попробую открыть? Так. Нет, здесь не открывается. Короче, нам туда же, куда мы и вот летели, Юль. Да, это... Ну, ага, давай попробуем, конечно. Уи. Блин, ну тут сложно, я даже не знаю. Как. А как ты просто перепрыгнул? Да, надо просто аккуратненько прыгать, на самом деле. Ничего такого сверхъестественного нет. Ага. Опа, надеюсь, долечу. Все, долетел. Так, вот здесь самое сложное, где ты находишься. Да, Юль, сконцентрируйся. Хорош, до свидания. Спасибо. Сложно, Миша. Сложно. Но мы сейчас справимся. Так, я перепрыгнул. Но, может быть, день сохранится и. Да, будет да, 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 да. Кайф. Бы я еще не знаю, куда супер. Я иду, честно. О! Так, что-то вижу блестяще. Я, походу, нашел одну. Да. Ой. И что мне теперь назад ее тащить? Да. Это же. А стой, может, здесь открывается как раз дверь. А как? Это какая? Это какая, а может как быть? Вот я пойму? Какая закрыта? Здесь две, здесь две. Вон, сейчас открою, Юль, сейчас открою. Какая может быть закрыта? Сейчас открою, сейчас открою. Сейчас открою, ты поняла? Сейчас нет, открою. Миша, я не поняла. Так, сейчас, погоди. Пойдите пролезть, трубушки, трубушки, жирубушки. Ой. Все, несу, несу. Сейчас. А вон еще одна. Да я знаю, но ее долго доставать. Вот сюда надо втыкнуть, я не вытерпел, да, сейчас воткну. Так, сейчас. Этот стержень. Все, есть. Отлично. Открылось, да? Да, и чтобы ты смог пролезть. Это вот как раз сюда еще один вставить нужно. Сейчас, отлично. Это какой-то непонятный процесс происходит. Камни насилуют. Все. О, наконец-то. Данжен стержень у меня в руках. Так, сейчас, погоди, куда тебе надо? Вот сюда, мне кажется. Погоди, погоди, вот здесь еще какая-то пушка есть. Я не знаю, для чего она. Ну это явно, может, сюда можно ставить. Смотри, ну как так. А еще знаешь что? Еще в ту дверь можно. Да. Ну сейчас, погоди, знаешь, погоди, погоди. Образом? Блин, оно сюда вообще вставится. А ты где находишься? Миш, посмотри наверх. Сейчас, погоди, у меня. Сейчас. Просто, не, наверх посмотри. Да вот я, вот я, вот я. Я смотрю где? На твою. Вон. Ага, кружочек. Все, поняла? Помоги, пожалуйста. Я вот не знаю, как тут ставить. Или вообще, ну как думаешь, может, не сюда? Наверное, надо сюда. Держи тогда, да, держу. Открытый. Так, стой. Чуть-чуть подтолкнуть осталось. Так. Во, давай. И что теперь?
Я, может, не до конца втыкнула. Затопило лавой все, топит лавой. Ой, и что делать? Блин, я не знаю, давай лучше... А, вон доски подкоп... Все, смотри, уровень поднялся. Фух, и теперь вот отсюда... И нам нужно в ту дверь, так это закроет тогда. Стой, наставляешь вот сюда. Давай трубу уж тогда, давай трубу. Да все, все наставляем. Ну просто вдвоем легче, она тяжелая труба. О, кайф. Только осталось теперь эту таблетку донести. Так. Сейчас я... Не знаю, кидать, наверное, страшно. Ну, страшно, да. Либо давай я попытаюсь. Сейчас. Все, я здесь, я здесь. Ага. Первый шаг достижения. Не знаю, за что это. Понесли. Так, не буду тебе мешать. Миша, господи, ты меня напугал. Паника просто на ровном месте появилась. Я уже сама такая думаю, блин, что делать, я сейчас упаду. Спокойно. Опа. Опа-на. Все, есть, вставляю. Так, открылось. Так, я бегу скорее, чтобы... Да, ну уже вроде спокойно. Так, я так поняла... Ой, нет! Это не то, что я думаю. Нам в эту сторону, да? Это надо прыгать и раскачиваться. А докуда лететь-то? И что, это с одной на другую хотите сказать? Ну это же жопа. Отлично. Блин, Миш, погоди, не прыгай. Тут же еще, видишь, не сохранилось ничего. Так а как должно сохраниться, по-вашему? Так, вот сюда. Юля, а я вот вижу, есть еще один способ. Какой? Мне кажется, по решеткам это... Вон по красной этой цепочке, мне кажется, можно пройти. Так. И все будет хорошо. А куда надо-то? Да, нет, здесь до них не допрыгнуть. По цепочке, посмотри вниз. Но сюда надо или нет? Вон она, ну вот как-нибудь до нее допрыгнуть. А, разбежаться вот отсюда может быть, но это не точно. Да, а как дальше-то тут? Ой. Если честно, занятие не из простых. Ух. А, ну слушай, я, может, доберусь. Блин, надеюсь. Все, отлично. Тут прыжок, дружок, пирожок. То есть не надо вот на эту прыгать? Да я думаю, не надо. Здесь все приспособлено для нормальных людей. Фух, все, вот тут дальше, конечно, ступеньки. Это тоже такое стрессовое. Блин, ситуация. Ну я мимо. Блин, ну если честно, карта цепочки. Одна из таких сложных, да? Паркурных очень. Ну ё-моё, ну, я чувствую себя лохом. Не логика, а паркур какой-то. Ты что, дурак, что ли? Страшно, ё-моё, очень страшно. Слушай, а я могу сразу скипнуть несколько этих. Опа. Блин, я пролетаю прям мимо этой цепочки. Я надеюсь, скоро сохранение. Все. Фу, я куда-то попал. Ой, тут дальше еще хуже. А вот не... О, сохранение, ты можешь умирать. Ура, ура. Все, поздравляю. Во, кайф. Все, Миш, ты мой герой. Все, я полетел дальше. Очнись, гусь. Так, тут тоже, наверное, подлет. Ну ладно, блин, я пропустил. Я пошел. Взлет. Супер. Блин, оно высокое. Вообще, эта миссия какая-то дурацкая, на самом деле. Она очень большая. А дальше что? Что от меня требуется? Какие-то тихо. Ящики? Вот если сюда, честно... Да? Эй! Игра! Ну, а ты что? Офигела? До свидания, гусь. Гусь в сделку не входил. Не, серьезно, офига, сфига ли она меня туда подкинула вообще? Да ё-моё. Ты должен был бороться со злом, а не примкнуть к нему. Так, все, отличненько. Хорошо. Я куда-то иду, вон вижу еще ступеньки. Так, сейчас. Да ё-моё, слушай, ну эта карта все пальцы мне ну, полна. Ну, пожалуйста. Фу. Ой, жесть. Юль, я могу сказать, не завидую здесь. О, сохранение. Сохранилось. Короче, здесь данжен мастер есть. Так, ой. Ну ладно, короче. Есть путь попроще. Да. Так, все отличненько. Все, главное на тебя не упасть. Все, отлично. Я не знаю, где. Ты, наверное, там же, где я сейчас, да? Так, тут вот какие-то ступеньки. А я не знаю. Куда идти-то? Знать бы, где ты. Куда вот отсюда? Короче, вот я... Вот сюда? Да я не знаю, где ты. Да, вон ты. Вот да, надо... Надо вот так.
Блин, сейчас. Все, отличненько. Да ё-моё, чего не могли меня в лаву уронить, что ли? Жареная уточка сейчас будет. Все, я еще дальше прошу. Блин, да ё-моё, здесь только один царь. Ну, нормально, это мое место. Все, сейчас подлечу куда-то. Ой. О, сохранение! Бонсай! Фу, жесть, я все пальцы переломал, пока здесь лез, если честно. Здравствуйте! Здравствуйте. Оу! Уля-ля! Захват! Fuck you! Да. Ладно, пошли. Вот сюда надо, да? Да-да-да, я вижу, что. Ну, кстати, очень высоко. Мне кажется, мы близки к развязке. Да. Юль, скорее всего. Давай я посмотрю, как ты будешь проходить. Так, хорош. Держись, держись. Только не урони ее. Господи, да господи! Давай. Ага. Теперь обратно. Страшно? Шо? Капец. Давай, давай, давай. Я еще тебя ловлю. Давай. Сейчас, тихо. Мои объятия. Хорош. Все, ну, иди, вставляй. Даже не надо было. Я молодец, сама молодец. Справилась. Все. Все-таки я не такая никчемная. Давай, давай. Ты сзади только не подходи ко мне, пожалуйста. Fuck you. Ладно, давай. Посмотрим, чем это закончится. Так. Втыкайся, блин. О, хорош. Без понятия, что изменилось. Так, о, лифт, Юль. Башкой сейчас. Сюда иди. Так, ща. Но она втыкнулась ведь. Да, 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 давай. Красная кнопка. А, слушай, как будто. А что ничего не происходит? Еще и с этой стороны, что ли, хотите наверное сказать? Да. Да. Пойдем искать. Ой. Явно в эту щель. Да. Давай, наверное. Все, спасибо. Блин, тут что-то дофига всего, если честно. Такс. Я здесь. Хотите сказать, вот здесь что-то надо будет регулировать. Наверное, да, давление каким-то образом. Миш, смотри на шкалу. Ты будешь этим заниматься. Так. Сейчас. Так. Ага. Стой. И еще вот чуть-чуть как будто. Стой. Перебор, наверное. Так, давай попробуем выпустить, что получится. Так. Чё? Вот здесь вот должно появиться. Ну да, но тут что-то ничего нету. Чё-то, может, наверное, надо какую-то капсулу? Или все-таки надо на полную? Так, мы вот тут решили загадку, что прям в зеленку попадало жестко. Да, что-то началось, наконец-то. Ура! Давай капсулу, хватит тянуть. Эй, я пойду на лифт. Оп, там пока... Так, стоп, погоди. А, о, все, я уж испугался. Все. Фу, еще один данжен стержень у нас в руках. Тихо. Главное не потерять. Да уж, было так, бы здесь? Неприятно. А где оно? Вот. А, вот здесь, все. Ну, я меткий стрелок, блин. Сказал Миша и промахнулся. Все, жми. Так. Стой. Что-то... А че? Все, все, поехал. Ура! О, высоко, слышишь? Смотри, как ты... Да, о-о-о. Это, наверное, выход. Надеюсь. Мы, наконец-то, из данжена выйдем. Башня. Жесть. Ужаса. Я пытаюсь встать за тебя, а ты кружишься, блин. А, я смотрю, просто... Да блин! Что в тебя? Погоди, это еще не все. Сохранение. Сохранение. Вон там я вижу рычаг. Жесть. Что ж за адская. Прикинь, сейчас миссия еще такая будет что-то. Я даже не знаю. Не удивлюсь. Ча. Отойди, Юль. А то может. Иисус. И куда нас? Вон что-то красное вижу. Так. Ну давай я. Это бочки сигану какие-то. Это еще далеко не все, я тебе могу сказать. Ой, вон там, Миш, вон там была светяшка. А бочки зачем? Они, может, смотри, две светяшки нужны. Две светяшки. Бочки... Где-нибудь одну видишь? Да, она вон там. Вон вот там, куда да я смотрю. Ну, слушай, а если мы упадем, наверное, хитрецо не получится. Вот сюда их надо вставить. А бочки что дают? Что бочки дают? Может, шарахнет, типа. Или по ним можно перепрыгивать. Палки зачем-то здесь. Вот так, смотри. Сейчас я попробую, знаешь, что? Спрыгнуть. И, смотри, я нашел рычаг. Я нашел блин, рычаг. Блин, нафига вы меня? Сюда-то. Опа.
Так, смотри, я нашел очень важный момент. Здесь рычаг есть. Да, только как ты туда залезешь? Доску, ты у нас мастер досок. Вот эту доску? Ну как-нибудь. А, не, вон ту, наверное. Какую-нибудь. Абсолютно любую доску нужно, чтобы так. Я попал вот на ту сторону, вот туда. А вон еще есть. Жесть. Из последних своих сил. Жесть. Я стараюсь прям... очень тяжело, очень тяжело. Но я сделаю это. Я это сделаю, давай. Все. Сдохло. Да. Я на месте. Так, что будет, если я прокручу? Что изменилось? Не знаю. Ну-ка еще раз. Давай, сейчас. Назад. Может, вот эти разбегаются? А, вон, надо мной труба какая-то крутится. А, крутится, так. Смотри, что там крутится, сейчас. Сейчас. Ага. А толк-то вот я ее кручу. Типа вот, может, в нее как-то... Смотри, типа, чтобы открылось... Че за... Чего? Проход, что ли, вот сюда, чтобы можно было залезть? Ничего не понимаю. Так. Попробуй бочку вот в пресс закинуть, где вот там сжимается постоянно. А, я понимаю, но это... Палка, вон, видишь, палки неспроста даны. Блин! Ну, надеюсь, мы увидим. Да. Сейчас. О! Так. Трубы поломались, да? Надо и вот этот, что ли? А что дальше? Да, вот здесь еще надо сделать. А, здесь тоже надо так сделать, да? Ну, наконец-то. Теперь точно. Так, посмотрим, что изменится. Сломалась еще одна. Вот, наверное, ой, должно что-то как-то... повылетало. Вон, да, там смотри. Крышка. Вот, надо и теперь... типа сюда запрыгивать, что ли? Да, лезть внутрь. Наверное, должно тебя вышибить. Вот, сюда. Да, да, да. Хотя тут два способа. Я правильно направил? Ну, я думаю, что да. То есть в ту сторону, в которую надо. Окей. Прыгай. Сейчас. Я подожду просто пока что. Вот всякий. Сюда, да, мне? Не, я думал вот в трубу прям внутрь. Вот зайти. В эту? Да. И тебя вот тихо. Тихо. Во. Так, хорошо. Сейчас буду. А вот это и что будет, если я сюда прыгну? Так. Это беспонтовая история. Тихо. А это как раз нужно, чтобы поправить. Ничего себе, вперед времени полетел. Так. Жесть. Так. А дальше что? Так, сейчас вот он под тобой. Все, иди. Как-нибудь здесь... Здесь два их таких. Так, блин, да, непросто. Ё-моё, я упала. Ничего страшного. Блин, я тоже на грани. Ой, слушай, я сейчас как с этот, Спайдермен тут. А сколько там надо два воткнуть, два. Да? О, все, так, одна есть. Ура. Только мне нужно знать... Вот, смотри, что там подо мной, как, безопасно или не очень? Вон ты. Ух. Вижу, где прыгать. Даже не знаю. Пошел. На страх и риск. Так, отлично. Жесть, вон туда втыкнуть. Да, мне да. тебе помочь? Я не знаю. Блин, тут, конечно, опасно. Сейчас я прыгну. Вау. Угу. Так. Тихо. Надо одной рукой. Сейчас, я иду. И на всякий случай. Сейчас. О, все, закрывай. Блин. Да, есть, все закрылось. Отлично. Так, осталось вот трубу как-то мы поправить. Мы на какой были-то? Сейчас смотри. В другую сторону. Блин, хотите... А, все, вот нормально. Сюда наверх, все. Направо как бы прыгаешь, она да, тебя подкинет. Да, она тебя закинет туда, куда нужно. Вот типа сюда. Да. Все. И сейчас нужно только смотри, куда труба смотрит. А, понятно, Миш, значит, надо было без раскачки, короче. Тогда я говорю, опереди. Не надо было так торопиться. Так, посмотри напротив, куда вот там лететь. Левее, смотри. Ну или правее. Сюда? Да, еще правее. Или где? Еще правее, правее. Вот этот. Вот сюда надо. И вот надо посмотреть, чтобы труба смотрела туда. Как вот я тебе это. Я пойму. Стой, ну ты смотри на трубу, пожалуйста. Ага. Так, надо вот где-то вот. Вот так. Блин, вот. А что, она не останавливается, не сохраняется? Вот. Идеально. Теперь попробуй. Сейчас. Ты у нас, так скажем, главный по полечу трубам. Сейчас туда. Да, я такой. Пошел. Да что такое? Давай засасывай меня туда уже. Так. Все. Ну я на всякий случай тоже схожу. Ох, ничего себе.
О, все, она у меня. И да? У тебя, в принципе, да. Так, теперь нужно рассчитать, где здесь можно спокойно так, спрыгнуть. Сейчас. Ну, в принципе, просто в центр. Ты летишь? Всё, о, страшно. Хорошо. Так, а вот где сюда. Она? Ага, стой, тихо-тихо-тихо. Сейчас, давай я первая. Давай, давай, ну, давай, типа... я боком держу. Все, давай, закрывай. Да, тыкнуть. Все, отлично. Сейчас, наверное, подниматься будет все делать. Все, пошло, пошло, пошел. Ура! О, боже. Ну, когда конец-то? Жесткая тема. Мне кажется, вот сейчас до потолка будет. Хотя зачем может, до потолка? Может, нас отсюда вывалит выплюнет, просто. Да? Ой, трубы лопаются, да, походу? Да, наверное. Кайф. Ура. На этом все. Всем хорошего настроения. Всем пока. Всем пока.